Жизнь Никола Пашиняна и его семьи с каждым годом становится все дороже для налогоплательщиков. В этом году для защиты государственных частных домов ГНОК, Государственное управление частными домами, которое переименовано в Управление частными домами Конди, была передана особо крупная сумма в 602 миллиона 979 тысяч драмов. В 2023 году было перечислено 542 миллиона 465 тысяч 200 драмов, то есть в этом году было переведено еще около 60 миллионов драмов. В 2022 году на содержание государственных частных домов было перечислено 469 миллионов 741 тысячи драмов, ТЕ на 73 миллиона драмов меньше, чем в 2023 году. Получается, что ежегодно на обеспечение благосостояния Пашиняна, его семьи, других чиновников, проживающих в правительственных особняках, их семей, а также четырех собак Никола Пашиняна и кота Оскара ежегодно выделяется еще 60-70 миллионов драмов. В результате, чем меньше государство, тем лучше живут пашиняны.